В прошлом году наш завод вошел в состав крупного производственного объединения в Новосибирске, которое занимается выпуском медицинских препаратов. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. Установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку или фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. В связи с участившимися претензиями покупателей на некачественную упаковку картонных коробок препарата для устранения спазм, на совещании по улучшению производства было, по сути, решено проводить целлофанирование картонных коробок с лекарством в групповую упаковку. Этот процесс заключается в упаковке фармацевтической продукции прозрачной тонкой пленкой для сохранения товарного вида упаковки. Я работаю на предприятии более 30 лет, из них 15 в должности главного инженера. Все производства на заводе я хорошо знаю. Мне поставили задачу – найти оборудование для упаковки в целлофан группу картонных коробок по 4 штуки на участок фасовки и транспортировки. Оборудование необходимо было, по сути, найти современное с простым управлением и обеспечивающим производительность 500 коробок в час. У меня много знакомых в сфере производства. И я, первым делом, обратился к ним за советом в поиске оборудования для упаковки в целлофан группу картонных коробок. Я понимал, что сфера производства у коллег отличается от сферы деятельности нашего предприятия, однако они могли порекомендовать мне хороших производителей оборудования, которым можно было, по сути, обратиться за помощью в выборе автомата. Коллеги порекомендовали мне двух производителей в Германии. Я нашел их данные в интернете и отправил им электронное письмо с просьбой подобрать мне оборудование согласно моим требованиям. Через два дня я получил ответ от одной компании, в котором было по сути сказано, что у них есть оборудование для упаковки в целлофан группу картонных коробок, заданных технических параметров. Однако они примут мой заказ, в общем, если я закажу у них как минимум две таких машины, так как им будет невыгодно делать разовый заказ. Я расценил, что вторая такая машина мне не нужна и отказался. Другая компания ответила, что они не работают со странами СНГ. По тому же совету коллег, я не стал обращаться к китайским производителям напрямую. Знакомые рассказывали, что производители оборудования из Китая часто поставляют некомплектное оборудование, ссылаясь на неточно предоставленную информацию о требуемых параметрах автомата. Рисковать я не мог, и поэтому принципиально решил выбрать для поиска оборудования для упаковки в целлофан группу картонных коробок русскоязычного посредника. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, работал бы длительное время в сфере поставки фармацевтического оборудования и имел положительные отзывы клиентов. Поиск специалиста я начал в интернете. Выбрал три самые презентабельные компании. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать 5 минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования, сроках изготовления. Через 5 дней на почту я получил от них 10 вариантов различных машин для упаковки в целлофан группу картонных коробок и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода, и мне не помогут в поиске оборудования для упаковки в целлофан. Последний, третий вариант посредника, оказался для меня удачным. Менеджер-мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о производительности установки, размерах упаковки. На этапе консультации он предложил автоматическое оборудование для групповой упаковки картонных коробок в целлофан, которое я смог быстро согласовать с руководством предприятия. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за две недели сообщил о степени готовности автомата. Машина была, по сути, поставлена в регламентные сроки в течение месяца после заключения договора. Оборудование сделано из нержавеющей стали, картонные коробки поступали на транспортерную ленту и при помощи захвата формировали упаковку по 4 штук. Сформированная группа коробок поступала на целлофанирование, где осуществлялась упаковка групп коробок целлофаном. Рабочая зона оборудования закрыта пластиковыми щитами для исключения попадания внешних загрязнений.
Мы остались довольны автоматическим оборудованием для групповой упаковки картонных коробок в целлофан, порекомендованным и поставленным менеджером этой компании. Я понял, что сделал правильный выбор специалиста для поставки автомата. В выборе любой покупки необходима квалифицированная консультация. Проект обязательно будет успешным. В общем, если эта консультация была, по сути, получена от профессионала.